сотовый телефон нам кто их подослал? Засланцы? Естественно. Демоны? Во многих странах на официальном государственном уровне уже запрещают пользоваться сотовой связью для детям. В курсе? Проводили эксперименты, брали сотовые телефоны и включали на несколько минут в течение каждого часа. Ну, как обычно, разговаривать по телефону. Значит, они находились над куриными яйцами. Обычно из 100 яиц 4 яйца не вылупляются, цыпленка. Там, ну, естественный брак такой. Когда телефон начали включать, только 4 вылупилось. Именно на развивающую клетку вот это сотовые телефоны страшнее всего влияют. Наши кулибины давно уже сделали телефоны типа сотовой связи абсолютно безвредные, ну, по сравнению с этими сотовыми. Но созданы государственные специальные бригады, которые ездят по городам, вычисляют и отбирают все это и штрафуют. Это оружие против нас. Это только одно. А тем более, что он используется как подслушивающее устройство, как жучок и там куча другого. Если